Дорогие друзья, ассаламу алейкум. Киа Карнивал 2021 год. Чисто 21 год. 2.2 дизель. Смотрим вместе состояние машины. Седина в хорошем состоянии. Так, аккуратно. И здесь мы смотрим, чтобы не было проблем. Я все проверяю. Проверяю, чтобы было царапин, не царапин. Видите, какой чистый салон. Отлично выглядит. То же самое здесь смотрим. Здесь. Дверь электрический, резина хорошая, почти новая резина, диски, царапины нету. То же самое здесь. Я сначала прошел везде толщиномером. Машина не битая, не крашеная. Все отлично. Новые задние сиденья, пожалуйста. Все отлично выглядит. Так, камера задний вид. Пожалуйста, снизу. Вот она. Чаранча. Электрика, все. Все чики-чики. Для семьи, для работы, не знаю, но для всего. Эта машина своих денег стоит. Машина очень хорошая, в состоянии вообще супер. Могу проверить любую деталь. Вот раз смотришь на дверь, он 158. Смотришь на дверь, 140 получается. Багажник пробивается 149. Вообще шикардос. 135. 148. Все как надо. 138. Все проверил, Бадро. Так, чисто 21 год. Без ключевой доступ. Так, всего лишь 53 тысячи прошла машина. Заводим. Пол оборот заводится машина. Без проблем. Закрываем двери. Включаем. О, отлично. Как работает. Как часы работает машинка. Все, здесь сенсор. О, пожалуйста. Все сенсорный. Камера задний вид. Большой магнитола. Сколько здесь стилей вождения будет? Сейчас 4 стиля вождения. Отлично. Руль не протертый. Дверь электрика, пожалуйста. Нажимаем. Вот она. Открывается. То же самое. Нажимаем, она закрывается. Датчик удержания в полос. Скользини. Ну это уж регулировка. Так. Ключ. Хороший большой ключ. Один ключи. Электронный ручник. Автохол. Вентиляция. Обогрев, вентиляция, обогрев рулей для парковки, видео, ну, эконом-режим, все как положено. Видеорегистратор, что спереди, что сзади. Дорогие друзья, именно вот эта машина до Москвы или до Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, без разницы, то до этих городов под ключ. Под ключ это со всеми документами, вместе с растаможкой, вместе с там утилизбором, со всеми документами обойдется где-то в районе 3 400 000 рублей. Вот по сегодняшнему курсу. Машина хорошая, 53 тысячи пробег. Во. Советую брать ее. Видите? Все отлично. Очень хорошая машина, она еще на гарантии. Мне сказали, они еще на гарантии. Гарантийный талон даже есть. Так что, дорогие друзья, советую брать.
Все фотографии будут в телеграм-канале. Заходите, посмотрите. Эта кнопка, сейчас вы видите, скользение, все. Отлично. Ни одной ошибки. Все работает. Вот он, ручник. Раз, его. Пожалуйста, все работает. Все как надо.